сегодня поговорим про моей собаки характер. У моей собаки очень хороший характер. Он, когда приходят люди, незнакомые, он на них не бросается, он не гавкает, он просто гавкает и радуется. Когда приходят гости, он всегда бегает за ними. Еще он очень добрый, очень ласковый, очень хороший. Он добрый. Когда тебе не хочется, когда ты лежишь, он лежит возле тебя, спокойно не трогает. Когда ты бегаешь, прыгаешь, он к тебе всегда за тобой бегает. Прибегает к тебе, чтобы ты с ним поиграл. Он очень любит, я очень люблю свою собачку. И еще мне нравится, что он, когда я гуляю, ему один годик, и он уже за мной бегает. Он никуда не убегает. Ну, бывают мальтийские баллонки и с другим характером. Это вот такие вот. Они бегают, набрасываются, когда приходят гости. Кусаются. И всегда убегают от хозяина, когда гуляют. И все другое. А есть собаки среднего характера. Это такие, которые они будут, у них бывает разный характер. Бывают они добрые, а бывают злые. Например, иногда приходят люди, они так бегают за ними, виляют хвостиком, а бывает, пришли, и они злые такие, очень злые. Это по его поведению. Может, хозяин обидел кого-то. Может, хозяин обидел собачку. А еще, например, ты гуляешь, он за тобой бегает, а тут он взял и просто... А тут ты его отпустил, он узнает, и убежал. Он сидит на моей ручке. А я только что сейчас собака сидит на моей ручке. Я вам сейчас покажу его. Вот такой вот он у меня. Красавец. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мой канал называется «Моя любимая собачка». Пока! Привет!